отделом по Лазаревскому району города Сочи. В свою очередь, муниципальные специалистами районных методических объединений классных руководителей. Пути и механизмы, которые ситуацию, существующую ситуацию. Трехлетний мальчик и девятилетняя девочка. По результатам проверки дана принципиальная оценка работе. Образование, обучение, работу с наставниками. Мы с вами говорили о том, что вообще к медицинскому оказанию, значит, медицинской помощи двенаковые, но такие трудные условия пребывания. Дальние работы. Что касается Новокубанского района, в администрации школ номер 3, 18, 20. В медицинских картах детей зафиксировано, что они не одна воспитывающая и замещающая семья в период отбывания ей наказания. В этом году в отношении другой 13-летней дочери. Поступающих как в отношении совершения противоправных действий в отношении детей, так и... Безусловно, у каждого своя зона ответственности. Всех абсолютно, кто включен в состав комиссии, но школа была и остается ключевым звеном. Это именно школа должна нам давать первые сигналы и первые реагировать на ситуацию. Почему школа не реагирует на отсутствие ребенка, если он настолько из неблагополучной семьи? Мы с вами должны искать пути и механизмы, которые ситуацию, существующую ситуацию в Краснодарском крае, в России в целом, исправят. А то, что нам нужно эту ситуацию исправить, сомнений нет. Тебе еще не выбрала, что почитать? У нас в библиотеке целая сеть. И завершающий цикл подготовки, да, вот. У нас также в документе техническое описание. И задумывался по поручению губернатора этот институт как дополнительно к тому, что уже мы имеем. То есть мы не отменяем другие формы наставничества, которые есть на уровне образовательной организации, на уровне там, коллективов. Но здесь возникает совсем другой вообще опыт наставничества. Поэтому хочу еще раз разъяснить, что, конечно, прежде всего мы полагаем, что этими наставниками будут люди из других сфер. Это как бы принципиальная позиция. Вот у него вообще на выход его одежда. Это, правда, ну не я покупал, а кроссовки мы с женой за $200. Покажи, там чистая кожа. Ну какая разница? Люди вон соображают. Ну не надо, ну что в самом деле? Тут не знаю, как вы... Элементы на содержание детей 36. Они так живут этого населенного пункта. Но те, кто приезжает... 19-го на постоянное место жительства нанес малолетний... Внутришкольный учет, многодетных. Ранее состоящих на учетах семей. Послушаем глав с Новокубанского главы. Начнем, пожалуйста, Гамолин.